Ребята, что мы сегодня здесь собрались, вы знаете? На концерт. На концерт. Ну, отлично. Как полагается, на концерте я должен, естественно, с вами поздороваться, что я сейчас с удовольствием и сделаю. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Как всегда, мы рады приветствовать вас у нас, в нашем уютном зале, где вы встретитесь сегодня с любимыми сказочными героями. И не только с ними. А поможет мне провести концерт? Как вы думаете, кто? Кто поможет мне сегодня провести концерт? Я. Ты? Ну здорово, у меня вот есть уже один претендент. Ну кто же мне поможет провести сегодняшний концерт? О! Представься, пожалуйста, кто ты такая? Я самая лучшая, красивая, необычайно креативная и умная. Я ворона Каркуша. Ребята, ну разве можно так хвастаться? А, вы тоже такие хвастуны все? Нет. Нельзя так хвастаться. Ну ладно, давайте возьмем ее все-таки. Она будет мне помогать вести, да, мероприятие? Да. Представь меня, пожалуйста. Окей, представлю. Итак, помощница моя, ведущая ворона Каркуша. Да, да, очень приятно, это я. Ну, ведущих мы представили. Я Михаил, моя помощница Каркуша. И мы начинаем, и первым нашим номером выступит... Колобок! Что? Колобок? Какой колобок? У меня? У меня здесь не написан никакой колобок. Ну какая разница, что там написано? Пусть выступит колобок. Он очень любит петь, танцевать. Кроме того, он уже пришел. Ребята, как колобок мог прийти? Ведь у него ножек-то нету. Нету колобка ножек? Ну-ка скажите, нету ножек. Ну хорошо, не пришел он. Прибыл. Опять. А на чем он прибыл-то? Колобок-то. Смешно прямо, Каркуша. Прибыл колобок, она говорит. Ну да, не прибыл. Он прикатился. Или не прикатился. В общем, он уже здесь. Ребята, вы хотите, чтобы колобок спел вам? Хотите? Ну тогда громче. Встречаем колобка. Аплодисменты. Бабушки ушел, я от дедушки ушел, я бегу, 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 и от вас я убегу, а теперь прости, пора, убегу я со двора, песенка меня зовет, и дорог круговорот, а дорожка далека, не догонишь ты меня, хоть румяный мой бочок, не такой я простачок. Я бегу, 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 удержаться не могу. Песенка хорошая, да я немножко глуховато стала. Плохо слышу, подойди поближе, сядь мне прямо на носик и спой свою песенку еще раз. Хорошо, Лисонька. Я знаю еще одну песенку и спою ее для тебя погромче. Дверь не одна не скрипит,
качусь. Ну что, ребята, такой у нас хороший колобок. Что он сделал? Обманул лису. А кто знает эту сказку? Что случилось в сказке? Ну-ка. Рассказывала, что она тебе рассказывала? Что же случилось в настоящей сказке? Что лиса сделала с колобком? Много лет не знает. Проглотила, съела колобка. А у нас по-другому. О, Каркуша, ты снова, да. Ну, а я хочу объявить наш следующий номер. И следующим номером... Ты меня опять испугала. Да что ты все каркаешь? Ты хотела что-то сказать? Я всегда хочу что-то сказать. Хочу сказать-то. Что сказать? Так мы же хотели представить следующего нашего участника. Поняла. Итак, со следующим номером нашей программы выступает... Опять забыл, опять ничего не знает. А выступает сейчас у нас веселые матрешки. Ребята, которые у нас занимаются, у тети Карины. Матрешки, выходим. Они не только нам сегодня станцуют, но и споют. Встречаем веселых матрешек. Матрешки. Сейчас танец, а мы все вместе помогаем. Музыку! Я что-то слышу. А вы слышите? Что это за звук? По-моему, поезд, да? Поезд.
Поезд это едет. А вот и не поезд. Кто там едет? Ну, кто знает, кто там едет? Поезд. Поезд? Нет, это не поезд. Такой же, как поезд. На вечке. Кто приехал к нам? Емелик к нам приехал. Думают, что глупы, что я не умен. И умением, и упорством с детства отделен. Только не растрачен мой потенциал. Сколько бы ни ел я, сколько бы ни спал. Кушать не проблема, спать не тяжело, только будет работать очень нелегко. Иногда в охотку подразмяться мне, но мечтать милее дома в тишине. Да, хорошо поет Емеля, а? А это кто там еще в гости пришел? Подружки, веселушки. У тебя, Емеля, ни гроша, ни свечки. И танцуешь, и поешь, ты всегда в печке. Мы, девчонки, молодые, а ты не ходи. Только песни хороши, словно у артиста. Ой, а вы не видели, где же моя ворона? Где Каркуша? Она там не у вас случайно, нет? Нет. О, вот она. А что же это у нее во рту-то такое? Каркуша! Молодцы, подружки, тебе понравилось, как они пели и танцевали? А что ты молчишь? Что ты мычишь-то все время? Так у нее сыр во рту. Вы видели? Сыр у нее во рту. А где ты его взяла? Что? Что? Не скажешь? Не скажет она. Ну и ладно, пускай не говорит. Я тогда буду объявлять наш следующий номер. А следующим номером... Ой. Кто там? Кто там к нам идет? Подумаешь, Колобок, очень был мне он нужен. Ой, какой приятный запах! Сыром пахнет. Ой, ворона, красавица! Какая ты модная! А может, ты перед нами выступить хочешь? Слышала я, что голос у тебя хорош. Поешь ты красиво. Может, ты все-таки выступишь перед нами? Ребята, пусть ворона споет для нас. Да, ребята, пускай споет. Давайте попросим. Она же хвасталась, что она все умеет и все знает. Ну-ка, давайте все вместе. Спой, Каркуша, давайте. Спой, Каркуша. Спой. Видите, какая хвастунья. Я поняла, ты только хвастаешься, а петь совсем ты не умеешь. Так не умею, еще как умею. Ой, как вкусно.
сделала сыр, а? Вы видели, обманула нашу Каркушу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, а сыр-то я съела. И колобок мне теперь не нужен. И вообще я пошла. Ля-л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 я. Ах, вот так как! Забрала мой сыр. Ну ничего, ты еще об этом пожалеешь. Ну, несмотря ни на что, ребята, наш концерт продолжается. И сейчас выступит, сейчас выступит. Кто выступит? Чего молчишь-то? А кто выступит-то? Ну давай, объявляй меня. Тебя объявлять? Да. Она что, умеет петь, как вы думаете? Да. Они все говорят, что умеет. Ну хорошо, давайте я попробую объявить. Моя бабочка, вот. Да. Дети просили, я хочу выступить. Следующим номером нашей программы выступление знамечательной певицы примадонны немецкой эстрады Вороны Каркуши. Да, это я. А ты будешь мне помогать. Кто, я? Ну, давайте, попробуем. Готов. Музыку! Можно аплодировать? Красивая я птица, не дрозд и не синица. Зовут меня ворона, пою я как Мадонна. Я песню громко пела, талант скрыть не посмела. Пою я замечательно и с виду привлекательно. На дуб я влезла смело, недолго там сидела. А в сыре много дыр, просроченный был сыр. Хотела съесть с друзьями и поделиться с вами. На сыре гниль кайма. Решила съесть сама. Лиса его схватила, и это было мило. А что будет потом? Проблемы с животом. Красивая я птица, не дрозд и не синица. Зовут меня ворона, пою я как Мадонна. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Не только хвастаться умеет, а? Итак, провожаем нашу Каркушу бурными аплодисментами. Заслужила, заслужила. Ну а следующим номером нашей программы выступит Юлиан. Он сегодня нам исполнит одну старинную песню, которая была популярна в 20-е и 30-е годы. И эта песня называется «Пиолец из». Да, это песня про весну. Встречаем Юлиана! Er schreibt dieses Gedicht.
Veronika, über dich grün, was uns in die Wälder zieht. So bei Großpapa, sagt zu der Großmama, Veronika, der Prinz ist da. О, бери. Молодец, заслужил. Принц Заморский к нам идет. Он танцует и поет. Из далеких, дальних стран приезжает часто к нам. Встречаем принца. Я приехал из далеких стран. Это правда вовсе не обман. А все друзья развеселю, царь вну первую. А будем вместе ими гулять, петь и танцевать. Я привез тебе подарки, и это первый из них. О, как приятно встретить культурного человека! Где же он? Где этот подарок? Будь задорный, как жираф, под звучание звонких ар. Твои знания веселее, улыбнись поскорее. А фигурка у меня и тонка, и высока. Подрасти не хочется, не натянетесь пока. Захочу развеселю, песен грустных не пою. Нечего не танцевать, а будем танцы играть, и это правильно. Тогда тебе вот второй мой подарок. Я веселый крокодил, голосок мой очень мил для прекрасной из принцесс. Я станцую. Башмачки на каблучках, спряжем вместе гарпачок. Отдохнем мы и для вас, я исполню быстрый час. Немножко маэстро, музыку. Синий соловьиный. Спасибо тебе, принц Заморский. Ну как, вам понравилось? Понравилось? Да. Не
понравилось нам. Да. Ну что, теперь ваша очередь. Что, сидим и не выступаем? Ну что, кто-нибудь приготовил у нас номер? Да. О, Соня, ты приготовила нам что-то? Ну, выходи тогда. Выходи, Соня. Ну, представься немножко, сейчас я вот микрофон возьму. Раз. Представься, что ты будешь там сегодня петь, танцевать? Соня говорит, она забыла. Итак, Соня у нас сегодня будет играть вначале на пианино, да? Это правда? Ты готова? А потом станцует нам латиноамериканский танец. Итак, пожалуйста, к инструменту. Готовимся, про билеты, как я сказал, после праздника. Ну, а Соню встречаем с латиноамериканским танцем. И теперь музыка! Подготовочку, чтобы нашли красивую музыку. Я пока беру следующую. И ты можешь нам танцевать, да?
Нам нужно подготовить одну будет какую-нибудь красивую музыку, и девочка тоже хочет станцевать. Понятно. Нет, ты пока посиди, мы сейчас подумаем. Значит, после сейчас нашего небольшого выступления ты будешь у нас танцевать. Договорились? А кто-то к нам еще идет? Кто к нам идет? Кто это? Вы знаете? Мишка! Ягодка в зиму, я съем без труда. Это поможет слегка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я люблю тебя всегда. Ла-ла-ла, моя игра. Тебе и мальчики.
Наш номер. Ты тоже что-то, да, приготовила, Регина? А девочки конфеты? Карпуша, ты опять спишь? Я забыла, извините. Заслушалась. Итак, наш следующий номер. Регина нам исполнит песенку про гориллу. Вы боитесь горилл?
Мне они не боятся. Держи. Музыку! Yeah.
нам нельзя без них. Лампа Аладдина, сказку нас веди. Башмачок хрустальный, помоги в пути. Аплодисменты, папы и мамы, всем нашим сегодняшним участникам. А как кланяться? Ну-ка, умеете? Ну-ка, поклонились все, показали, какие мы не хвастуны, как наша Каркуша, да? Ну, Каркуша, к сожалению, нам пора прощаться. Хоть и весело было нам сегодня, да? Ах, вот теперь все. Я должна быстро улететь. Идем, 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 посмотрим. До свидания! Я улетела! Пойдем. Каркуша, можешь выйти на секундочку к нам? Тут еще маленький мальчик хочет познакомиться. Каркуша? О! Конфетку дашь? Ну вот, заработал. Вот так вот. Будете плакать, тоже заработаете конфетку. Аплодисменту! Это был еще один у нас номер. Ну, спасибо большое. Да, понравилось, надеюсь, да? Да.